Мэр города в числе первых ставит подпись в поддержку сильной и процветающей Беларуси. Не остаются в стороне председатель горсовета депутатов и руководство горисполкома. Активно гражданскую позицию выражают и жители. Президентские выборы – это очень важно для нашей страны. Это наша надежда на будущее хорошее, замечательное. Я считаю, что каждый человек должен сходить на выборы. Избиратель, напомним, должен собственноручно поставить дату в списке и расписаться. Можно поддержать несколько кандидатов в президенты, но только один раз за одного и того же. Впереди главное политическое событие 2025 года. Я считаю, что каждый белорус должен сделать правильный выбор. Сбор подписей – это один из важных этапов электоральной кампании. Надо обязательно выбрать человека, который будет действительно нас вести вперед, и мы будем с ним знать, что мы будем защищены. Сбор подписей проходит в форме пикетов в местах, не запрещенных местными властями. Здесь же можно изучить биографию кандидатов, получить ответы на интересующие вопросы от членов инициативных групп. А их, напомним, 7. На заполнение подписного листа уходит всего минута. Я за то, чтобы на нашей Беларуси было чистое небо. Должны мы в каком-то участвовать в этом процессе. Это очень важно. На все 100%. Я уже расписалась и голосовать пойду. Я поставила, безусловно, свою подпись за сильную, мирную, процветающую Беларусь. Просто обязана поучаствовать в таком важном мероприятии, ведь для каждого из нас очень важно как-то проявлять свою гражданскую позицию для своего будущего и будущего наших детей. Оставить свои подписи бобруйчане могут около рынков и торговых центров. Выходные пикеты развернулись и на сельхозярмарке на Максима Горького. Жители города активно приходят, ставят свои подписи. Некоторые люди, к сожалению, приходят без паспортов, возвращаются домой, которые недалеко живут, приходят и ставят свою подпись. Беларусь, в частности, не остается в стороне от избирательной кампании. Сегодня мы находимся на этапе работы инициативных групп. Члены белорусской партии «Белая Русь» зарегистрированы в качестве членов инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому сегодня мы находимся на пикете в честь такого мероприятия. Пикеты будут продлены до 6 декабря. Мы примем активное участие во всех указанных мероприятиях. Те кандидаты, которые соберут необходимые 100 тысяч и более, перейдут в следующий этап предвыборной агитации и информирования избирателей. Пройдет он с 1 по 25 января 2025. Досрочно проголосовать можно будет с 21 по 25. Основной день, как известно, 26 января. Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги. В случае необходимости второй тур голосования пройдет не позднее 9 февраля. Елизавета Липеева, Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.